каждый из нас когда-то что-то какой-то женщине что-то писал. Вот это стихотворение, которое я писал жене. Что это такое? Память о себе? Налет патины на старинной вазе? Или как Адам я вылеплен из грязи и предоставлен собственной судьбе? Что жизнь моя, дождинка на стекле, слепой каприз небесного поэта, лампады, луч, мерцающий во мгле, или темнота, не знающая света? Что ты такое? Воздуха игра, фиалки запах, голос флейты пана, или души пустая кобура, исполненная горького обмана? Что жизнь твоя? Узоры на песке, глухая песня птицы в клетке тесной, или немота, ползущая за песней, или тишина, или эхо вдалеке. Что мы такое вместе, ты и я, в той пьесе, где известно все заранее, где каждый миг вселенной умирание и возвращение из небытия, где каждый миг смятения и боль, ведомые небесным режиссером, где провожают славой или позором сыгравших предназначенную роль. Смертельное одиночество вдвоем, как пули рикошет в одно касание. Кто знает, ты дана мне в наказание, а может, в оправдание мое. И подчиняясь тайной ворожбе, свой бег прямой меняя на попятный, мне с каждым днем становится понятней, что я всего лишь память о тебе.